Непонятно вообще. Послушайте непонятную музыку. Мы сегодня такого наслушались. Все было. Первое произведение называется «Слезы в небесах». Да, Эрика Клэптона, посвященная гибели сына его. Играем мы на бас-гитаре. Ну да, прошу любить и жаловать, Владимир Горшков. Thank you.
Не отвечает, представляешь? Сейчас мы починим. А сейчас же песня у нас. Сейчас. Мы вообще не поем, но мы вам споем. Спасибо. Владимир Горшков, прошу любить и радовать. Фантастика. Вика, супруга Владимира Горшкова. Вика Горшкова. Спасибо. Сейчас мы вам споем. Сейчас вот слова написали. Песня называется «Поле спи».
Я с вашим вниманием предоставлена композиция такого виртуоза, француза Алана Корона. Из группы Юзеп. На которой, да, из группы Юзеп, на которой Володя играет в Санкт-Петербурге и занял второе место на международном конкурсе. Прошу. Прошу, прошу.